Всем привет, друзья, с вами Юна, и мы продолжаем проходить игру War. Так, в прошлой серии я знакомилась с игрой. Знакомилась с управлением. И сейчас мы продолжаем. Мы потеряли свою, я не знаю, как ее называть, напарницу. Подругу. Назовем ее так. Так, да, я видела. Я не понимаю, что произошло. О, тут даже так можно. О, я вряд ли смогу выскакивать. Так. Прошу прощения за звук. Так, что у нас? Документы. Газета. Как много букв и слов. Остановите ужас мрака. Личное дело каждого. Изоляция городских кварталов и забой всех больных животных уже приносит свои плоды. Почетный доктор Трой из Стоунмаркета утверждает, что контакты ослабленных меланхолией людей с больными и их окружением является главной причиной распространенного этого неискренного бедствия. Он советует всем от мала до велика соблюдать комендантский час. Тем временем все горожане могут быть уверены, что лучшие врачи барона безустанно работают над созданием лекарства. Воистину, мы живем в эпоху прогресса и перемен. Ух, какая патриотическая статья, что ли. Или патриотичная, патриотическая. Вот там еще что-то было. Вот, ну, стопудово. Вот, я вижу. А нет, это просто болтик такой. В смысле, так и надо. Так, тут у нас что? Чуха. Так, тут у нас ничего нет. Прости, чувак, что я могу для тебя сделать? О-о-о-о, тихо. Чё такое? Почему мне не дают нормально? Так, коготь. Чух. Супер. Очень нужная вещь. Только не знаю, почему мы так быстро оклемались. Это слова стражников. Здоровье. Нажмите H, чтобы съесть что-нибудь и установить немного здоровья. Так, где у меня здоровье-то? H или N? N, что ли? Чё, а как... Видимо, у меня здоровье полное, поэтому ничто не используется. Во. Даже не знаю, далеко или близко она находится. Я ведь... Вот я хочу, чтобы я сидела постоянно. То есть было... Ва, какая я шумная. Так, нам, походу, вниз надо. А. Ну да. Слушайте! Слушайте! Ворота предателей закрыты до утра по указу барона! Спокойно. Я вот клавиатуру, если что, тьфу, кнопки путаю. Поэтому... Немножко тяжело мне. Знаете что? Ты куда направился? Нет, не пугай так. Я... Закрыв город, мы не остановим эпидемию мрака. Да мне топать-то. Сидим, и нам за это платят. Это торговщик. Стража закрыла стол в парке. На
простой замок меня не остановит. Угу. И, ребят, я все-таки решила пока продолжить с клавиатурой играть. В ремонт отдала геймпад. Так, погодите, что-то я врубиться не могу. Ремонт отдала геймпад. Скоро мне его починят. Я смогу на нем играть. Но я же правильно шла. Почему мне нельзя вниз спуститься? Нет, можно. Надо было просто умножать пробел. Ох, бедняжка. Вот, мне знаете, что не нравится. Мне не нравится. Так. Надо его оглушить. Вот его вообще стопудово надо. Ты помог мне протянуть еще один день. Супер. Так, тебя бы сейчас отволочь. Ага. Супер. А! Не так хочу я тебя бросить. Вот так вот. Как знаете, как... не знаю, что бросил. Так, стрелы, отлично. Чувак, тебя убили. Ни за что. Почему огонь не тухнет? Не буду, да, попадает вроде. А он не тухнет. А! А вот там вот что у нас было? Вот там. А-а-а. Ничего. Или все же что-то есть там. Спуститься и посмотреть. А, так нам туда и надо, походу. Да? Да, да. Только я сюда сначала спрыгну. Оп. Так, тут у нас ничего. Тут шестеренки. Угу. Все нормально. Тихо. Если все делать правильно, коготь не шумит. В руках Эрин эта штука шумела куда громче. Вот что значит опытный вор. О, а я тебя не заметила. Перо. Вскрыть замок. Так. Что у нас здесь? Вот так. Потеряла. Вот. Вот тут. Отлично. Вот он открывает дверь. Вот мне не нравится, что он так открывает дверь. Нужно встать, закрыть или открыть ее. И все. Слишком шумно это делать. В смысле. А я бы наоборот пошла. И нажимаем. Вот на геймпаде нажимать вот такие моменты намного удобнее. Дворка минотёсов закрывается на ночь. Проход закрыт. На что ты уставился? На цену этой маски с каменьями. Можно год кормить целую ораву голодных слов. Смотри, не подхвати совесть. Это опасная болезнь. Можно срезать дорогу через ювелирную лавку. К тому же эта маска выглядит интересно. Я тебя понимаю, но... знаешь, что меня напрягает? Молния и везде свет. Спина совсем разболелась. Чуваки. Так, тут у нас ничего. Вы хотите сказать, спрыгивать?
Я не хочу это делать. Воу. А вот это мне нравится. Так, тут нам не запрыгнуть. Тихо. Тут было что-то. Вот, все нашло. Все, тут больше ничего нет. Прикольно. Прикольно. Я обожаю своих серий, которые просто каждый день затеют ремонт. О, господи, меня не видно. Нет, нет, нет. Чувак, ты же нет? Барон мог бы выдавать нам двойные байки. О, тихо, тихо, тихо. Вот надо мне сейчас. Сделай так, чтобы они. Какая. Не хочу драться, нет. Беги, Гаррет, беги. Нет, нет, нет. Господи. Я сейчас умру. Так, надо подумать сейчас, как бы пройти. Надо, по идее, убить, что ли, их. Ладно, я постараюсь их убить. Сначала одного чувака, а потом двоих. Так. Тут пока все нормально, только. Чёртовы огни, все моргают и моргают. Кто-нибудь починит эти уродские штуки? Мастерового, которому не переломали пальцы. Сначала мы пойдем сюда, что смотреть, взять. О, даже, а я. Парень. Спокойно. Больше ничего нет нигде? Походу нет. Так, поэтому мы сейчас... Воды, тут еще поворот направо есть, офигеть. Но я хочу на ту. А ты знаешь таверну, где страшно? У меня не получается вовремя нажать пробел. Когда вот он бежит, а если я сделаю... А! Понятно. О, получилось. Это не так легко, как кажется. Все?
О, так можно было там с это... сделать все. Так, нет, сначала у нас пойдет. В ту сторону. Я там сяду. А, за что вы так? Есть хочется. Не надо так. Тихо-тихо-тихо. Пока они будут разбираться. В общем... Нет-нет-нет. Тихо. Беги, Гаррет, пожалуйста. Ладно. Все нормально. Только нам надо любить. Мне сейчас понадобится лук. А, я ж хотела туда. Да, у меня по стелсу не получается. Ну и ладно. Вот что у нас тут? Тут так тихо. О, ребят. Господи. Так, что у нас тут? Ничего. Это ведь можно? Блин, я гений, конечно. Дурацкие соседи, ну хватит. Куда я иду вообще? Так, я немножко не врубаюсь. Где мы? Так, вода... Водяная у нас стала 6. Одна. Нам бы водяных... Чё я вообще тут делаю? Осматриваюсь. Ух, я потеряюсь. Ух, серьезно, потеряюсь. Так, тут у нас ничего. Тут даже ничего нет. Зато нам близко до сюда. О, ну хватит. Так, раз. Вы не подумайте, я хватит сказала не той, не тому, кто плачет, а тому, кто стучит мне в дверь. Ага. Рекой пахнет даже здесь. Вот как можно было пройти. Ну там какая-то шнурка. Хочу.
Ладно, хоть так я прошла, убила кого-то, но ладно. Так, ну и вот сюда теперь. О, как мне сейчас было страшно, когда за мной они побежали. Это пипец просто. Почему мы не можем там ножом драться? Не знаю. Так, вот зачем тут мостик? Вот. Кто это говорит? Тикс. Ох, мне не нравится это. Это собака. Или кто-то храпит. Вы слышите, да, это? Охраны мало. Живет он наверху. Украсть ее будет несложно. Я хочу посмотреть сначала. Так, вниз я не пойду. Даша, что ты будешь делать? Так, ребят, давайте-ка я посмотрю, что у меня такое. Ой. Если это у него на витрине, что же под замком? Ненавижу это ублюдочное птицо. Блин, я этот... каждого шума. Чувство, что когда я концентрируюсь, я делаю все быстрее. Что со мной такое? Так, это я говорю или охранник? Этот, блин, храп. Как будто бы он прямо вот тут над ухом. Точнее, вот прям вот прям тут. Тихо. Ты ничего не слышал, понял? Ничего. Вот они специально так сделали. Я хотела на самом деле игру свернуть и посмотреть, что там у меня. Может быть, где-то нет. Так, окей. Ой, блин. Какого черта, блин, я не посмотрела в глазок. Скоро там кормить будут. Я уже готов ремень съесть. За тебя это сделаю я. Так, он тут вот гуляет, окей. Все, да? Тут у нас. Он прямо над духом храпит. Вот что бывает, если ошибаешься. Блин, она просто так резко появляется и исчезает сразу.
Надо тут вообще убедиться сейчас. Так, поймала. Поймала. Блин, справа хрипение, слева шаги. Это просто невыносимо. Тихо. Монет-то возьми тоже. Теперь закрой. Ножик, отлично. Все? А можно усыпить как-нибудь? Слышь ты, тупица. О, тихо. Может, я смогу его так, без стрел? Блин, вот в такие моменты вот звук прямо вообще нереально страшно. Все, валяйся. Ум, мы тут еще не посмотрели ничего. Хорошо, что я тут сюда пошла. Супер. Чернила. Так, что у нас тут? Монеты и ничего. Ну там дофига всякого. Как бы мне свет выключить? А никак. О-о-о-о. Да я сейчас разбогатею. Разбогатею, блин. Офигеть. Я за что-то поплачусь. Стопудово. Чук. Чук. Чего ничего нет? А вот тут что-то уже позабирали. Скотина, ты что ли, а? А-а-а. Главное, ничего не мешает теперь мне. О. Такс. Отлично. Но вот это уже легче, чем тот замок, потому что там они мелькали просто. Супер. Мелькали и приходилось находить вообще вот точно-точно. Так, тут есть чего? Вот где выключатели. Так, нет, пока. Как бы добраться? А, вон как. Берем все. Все мое. Закрываем осторожно. Мне нравится, что вот он закрывает, вот как вот вообще вот. Все, сказал. Супер. Мы оттуда и пришли. Так. Ай, я забываю, что в шкаф он. Это. В шкаф он прячется. Так, тут ничего. Нравится, что он и тихо открывает все, и тихо закрывает. В смысле, как истинный вор. Вот сволочь это, а. Это что такое? Украл там половину, блин.
смысле, погодите, это что такое? Эти камни стеклянные, но ее можно хорошо продать тому, кто не поймет разницу. Пора идти. Это хитрюга. Окно наверху поможет перелезть через ворота. Вот да ты погоди, я тут не все еще смотрела. Вот если я там выйду, вот там вот стоп, до, мы видим на улице, а тут еще были. Спокойно. Так, тут у нас все, да, сделано. Так, тут у нас закрыто. Окей. И тут дверь надо закрыть. Так, через окно я еще тут вылезу. Точно, я хотела наверх. Опять кто-то спит, блин. Так, да, друзья, нам давайте-ка закончим серию, потому что уже достаточно много времени прошло. Так что... Я надеюсь, что вам понравилось. Спасибо за ваши просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до следующей серии.